Всем привет! Сегодня приготовим ягодный чизкейк. Ставь лайк и сохраняй рецепт. Готовится просто быстро и получается очень вкусно. В блендере измельчить печенье или скалкой. Далее добавляем сливочное масло растопленное, все перемешиваем. В форму или разъемное кольцо складываем. Формируем наш корж и убираем в морозильную камеру. Займемся джемом. Из ягоды делаем пюре, добавляем сахар и желатин и оставляем, чтобы остыло. Теперь в творог добавляем сметану, перебиваем блендером и получили такую массу. Перетираем через сито сразу нашу массу. Все перемешиваем и выливаем на наш корж. Убираем в морозильную камеру на 10 минут. Теперь делаем сок. Из остатков в остатки добавляем мы водичку, сахар и желатин. Разогреваем в микроволновой печи. Выкладываем ягоду, убираем в морозилку. Столовой ложкой выливаем наш сок, убираем в холодильник и потом только выливаем все остатки. Опять убираем в холодильник на 3 часа. Подаем в охлажденном виде. Приятного аппетита!